Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС, в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. День информирования на Смоленской АЭС. Награды за вклад в охрану природы. Точки роста для школьников. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 2580 мегаватт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 12 дней октября составила более 740 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 212 миллионов. С начала года выработано более 16 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана 872 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 7 октября Смоленская АЭС присоединилась ко второму отраслевому дню информирования. Видеотрансляция из центрального офиса Росатома объединила коллективы предприятий из разных уголков нашей страны. Традиционно встречу прямым видеовключением из Москвы открыл генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, который сообщил о текущем состоянии дел в отрасли и перспективах. Среди ключевых событий он отметил физический пуск 6-го энергоблока Ленинградской АЭС и 1-го энергоблока Белорусской атомной станции, работу первой плавучей атомной электростанции в Певеке, которая дает не только электричество, но и тепло жителям города, пополнение атомфлота новым мощным судном «Арктика» и строительство еще трех ледоколов. Построена ветроэлектростанция в Адыгее, внедряется программный комплекс «Умный город». Росатом участвует в реализации национальных проектов, таких как экология, цифровая экономика, активно развивает научно-техническое направление. Также глава госкорпорации ответил на вопросы сотрудников предприятий, касающиеся освоения Северного морского пути и развития его инфраструктуры, перехода всех предприятий Росатома на единый бренд, работы в условиях пандемии. Доклады содержат много полезной информации. Ну вот что можно, я для себя полезного подчеркнул. Ну, во-первых, Лихачев в очередной раз сказал, что в госкорпорации наш энергетический дивизион играет значительную роль. И что в этом году, значит, задача наша, как энергетического дивизиона, выдать, ну, рекордное количество электроэнергии. И в этом году у нашей отрасли, у нашего дивизиона есть реальный шанс выдать больше 200 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. В выступлении генерального директора госкорпорации «Росатом» я отметил важный момент. Это значимость достижения нашего электроэнергетического дивизиона в общих планах госкорпорации. И второй важный момент, которого коснулся Алексей Лихачев, это действия работников отрасли в условиях пандемии COVID. Значит, закупочные службы Смоленской атомной станции в полном объеме обеспечивают сейчас все подразделения необходимыми средствами защиты. И очень большая ответственность, лично я считаю, в этом вопросе о своем здоровье, о здоровье своих близких лежит именно на работниках. Поскольку от дисциплины, от применения этих средств, которые в достатке имеются, зависит то, как мы пройдем эту вторую волну. Поэтому хочется пожелать всем здоровья и дисциплины внутренней. Смоленская АЭС удостоена сразу трех наград неправительственного фонда имени Вернадского. Коллектив предприятия отмечен почетными дипломами за инициативу и значимый вклад в охрану окружающей среды, поддержку всероссийского проекта «Зеленая весна-2020», активное участие в посвященном ему творческом конкурсе и эколого-патриотической акции к 75-летию Великой Победы. Цели этих акций – это в первую очередь повышение уровня экологической культуры населения и поддержание социально значимых инициатив.
а также пропаганда бережного отношения к природным ресурсам. И Смоленская АЭС на протяжении многих лет является активным участником подобных мероприятий. Неправительственный фонд имени Вернадского ежегодно организует подобные акции. Вы знаете, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, Смоленская атомная станция и в 2020 году тоже проявляла активность. Мы участвовали в акциях по очистке берегов водохранилища. Мы также участвовали в акциях по организации различных семинаров для дошкольников и школьников по обращению с отходами, с отработанными батарейками, по организации работ с отходами макулатуры и передачи на вторичную переработку, и по высадке деревьев. То есть мы проявляем активную позицию в различных мероприятиях. И очень приятно, что неправительственный фонд имени Вернадского отметил нас. Это организация независимая, которая имеет авторитет в мировом экологическом сообществе. И, конечно, мы будем продолжать участвовать в подобных мероприятиях, которые направлены на формирование общества, которое живет в гармонии с природой. Именно на распространение экологической культуры, поддержку инициатив, формирование общества, живущего в гармонии с природой, ориентирован крупнейший всероссийский проект «Зеленая весна». И Смоленская АЭС – его постоянный участник. Традиционно присоединяются активисты организации молодых атомщиков, ветераны, представители администрации и учреждений Десногорска. В 2020 году на уборку берега водохранилища вблизи скалодрома и прилегающего лесного массива вышли более 100 человек. Они собрали 220 мешков мусора, оставленного туристами, и столько же через пару недель в районе Трояновского водозабора. Поддержали смоленские атомщики и их семьи творческий конкурс «Я – участник «Зеленой весны». Писали стихи и заметки, снимали видеоролики об экологической акции, делали фото. Оргкомитет проекта благодарит всех за яркие, интересные и содержательные работы. Наградить победителей планируется в конце 2020 года. В школах номер 1 и 4 Десногорска созданы центры гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Возможность на самом современном оборудовании изучать технологию, информатику и основы безопасности жизнедеятельности открыл для детей национальный проект образования. На ремонт и оформление кабинетов в едином бренде «Смоленская АЭС» направила 2,8 миллиона рублей. Как отметила председатель комитета по образованию Десногорска Татьяна Токарева, открытие центров «Точка роста» позволит школьникам развивать способности и формировать профессиональные компетенции, а педагогам совершенствовать методы обучения, направлять учеников в выборе будущего призвания. Пространство способно трансформироваться под разные задачи цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. Поставкой инновационного оборудования занимается региональный департамент по образованию и науке. До конца 2020 года планируется полностью оснастить точки роста всем необходимым. А это 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, беспилотные летательные аппараты, видеокамеры, конструкторы для создания программируемых механизмов, многофункциональные интерактивные комплексы и тренажеры. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизни станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания.